Сегодня утром проснулась, кофе поставила и села читать ваши комментарии. И читала комментарии под гуакамоле, где у меня был такой нехороший авокадо. И оказывается, не только у меня есть плохие авокадо. Спрашивала, хотите ли вы, чтобы я показала, как ухаживаю за кожей лица. Наверное, многие думают, или мне 100 лет, выгляжу хорошо, или мне, я очень рано замуж вышла, детей родила, наверное, 18 или 19, поэтому у меня очень взрослые дети, а сама выгляжу молодой. Своего первенца родила, когда мне было 25 лет. Ему сейчас 21 год, так что вы можете хорошенько математикой заняться и считать, сколько же мне лет. Но это не важно, совершенно не важно. Я себя чувствую пока что очень хорошо, очень активно и изумительно. То, что и важно. И сегодня хочу показать один из моих любимых facial masks. Не те маски, которые сейчас очень модны. Это маска, которую я actually советую. Особенно если у вас найдется плохое грустное авокадо. Понадобится пол авокадо, можете даже целый авокадо взять, если авокадо маленькое. Один желток понадобится, столовая ложка какао, чайная ложка меда и пол чайной ложки корицы. Все это хорошенько нужно замешать и навести на чистое лицо. Кстати, сегодня я с лицом даже крем не мазала, ничего не добавляла, никакой ингредиент не добавляла, чтобы результат видно было очевидно. Так что, желток уже разбила, добавляю сюда грустное авокадо. Действительно очень плохое авокадо сейчас увидите, потому что хорошее авокадо, если оно у вас хорошее, закон авокадо, если авокадо хороший, кусок съедаем. Это я только что этот закон придумала, но раз уж придумала, пусть будет. Удаляем авокадо из своей этой самой норки. Норка нам не нужна. И все это хорошенько нужно замести, пока образуется однородная масса. Кстати, эту маску кто-то называл бесплатный ботокс. Но не бесплатный, там мы купили авокадо, желток. Так что, да, по сравнению с ценами ботокса, это free. И добавляю мед. Кстати, если у кого-то аллергия, потому что я не знаю, у всех кожа разная, все люди разные, проблемы разные. Если у кого-то аллергия на какой-то из этих ингредиентов, вы уже знаете. И хорошо будет, если вы попробуете. Эта часть руки, говорят, очень sensitive, чувствует. Чувствительная часть. Можете сюда положить, 5 минут оставить, если не покраснеет, не опухнет, можете и на лицо навести. Сейчас дайте хорошенько замешаю и продвинемся вперед. Хорошенько так вкусно пахнет, но прочитала комментарий, чтобы обязательно говорили, Эвенеджан, make sure сказать, что это маска для лица или для рук, или для волос, чтобы мы не съели. Действительно, это очень вкусно. Очень вкусно пахнет, но в этот раз это кушать не будем, а будем наносить на наше прекрасное лицо. Это, кстати, очень старое зеркало, но в этом зеркале я всегда красиво выгляжу, поэтому зеркало остается. И аккуратно спатулой для крема наносим на наше стареющее
можете на две части разделить, это хватит на два сеанса. К сожалению, очень много разговаривать не смогу, и на шею тоже, потому что эта шея так быстро мнется. Не хотите, но мнется. И усики тоже. Часть усиков. И нос. У меня нос, у меня не носик. Это осталось, я завтра тоже утром проснусь, хорошенько намажу на лицо и буду опять очень молодой. Сейчас дам минут 15, немножко расслаблюсь, сделаю свои, может быть, дыхательную гимнастику. Я ссылку поставила под всеми видео, в которых уже говорила, что поставлю. Под этой тоже поставлю, обязательно делайте. Очень так не вдохновляет, но какое-то спокойствие приходит. Это хорошо, особенно для тех, которые стараются, скажем, выбросить курить или что-нибудь плохую привычку. Так что у меня плохой привычки нету, я не курю, не пью, вино не считается. Так что просто, чтобы расслабиться, отдохнуть, что-нибудь полезное сделать для себя, пока ждете. Можно и посуду помыть, но я буду упражнения делать. Увидимся через 15 минут, хорошенько почищу, помою и результат посмотрим вместе. Все. У меня лед. Маску чуточку передержала. Лицо может быть немножко румянее обычного, но это не важно. Этого не боимся. Сейчас сначала используем нашу ту же самую лопатку или что под рукой есть, чтобы легко было мыть, да? Сначала уберем. Оставим на потом. Почти доходим. Очень неэстетичное зрелище. Но мы, женщины, к этому привыкли. Для нас это очень надо. Мужчины тоже. Мужчины просто скрывают. А мы как-то очевидно, да, все делаем. Угу. Сейчас лицо помою. И посмотрим, что у нас там получилось. Теплой водой мою. В конце уже холодной водой промыла, но всегда после каждого мытья, да, лица, или использую такой ice roll, ледяной роллер, как называется, и на Амазоне есть, ссылку внизу поставлю, если хотите, покупайте, или простые ледяные, эти самые, не знаю, как это сказать, но лед, да, это тоже очень удобно. Сейчас пройдусь по лицу и дам немножко отдохнуть, прийти в себя. И потом увидим результат. Там мальчик. А, вот. Чкус. Выгляжу как после ожогов. Ну, это просто я передержала чуточку. 10 минут хватит. Как уже почувствуете, что так щипит, да? Можете промыть. Теперь классический лед. Это так хорошо. Кожа чувствует себя. Сейчас дам 10-15 минут отдохнуть лицо. И крупным планом покажу, как выглядит моя кожа. Ведь ничего мазать не буду сейчас.
просто вот так сушу. Все, ждем результата. Румяная. Минут через 20 лицо хорошо отдохнуло, отсело. И обычно, если что-то растягивающее, да, на лицо, на кожу мажу, потом какое-нибудь масло предпочитаю. Или кокосовое масло, или, по-моему, шиповник, rosehip называется по-английски. Такое масло есть, очень хорошее, невинное, легкое масло. Ссылки поставлю, в Амазоне есть, можете попробовать. Немножко вот так делаю, и такой румяный здоровый цвет лица сохранится на весь день, на весь год, если б, да, вот так вот нежно, и губы тоже. Сейчас не знаю, Арам, клозап можешь сделать, чтобы кожу поближе показать? Не смеюсь, ничего не делаю. Не могу не смеяться, улыбаюсь. Я очень довольна результатом, вы тоже попробуйте. И на всякий случай, если впервые пробуете, кожа чувствительная, надолго не оставляйте. Оставьте 5-7 минут, и уже до следующего раза уже поймете, насколько оставлять. Но эту маску я очень люблю, очень предпочитаю. Все, рецепт писать не буду, это очень простое явление. Можете попробовать, если что-то хотите добавить или посоветовать, в комментариях напишите, с удовольствием прочту. И самое важное хочу сказать, вы можете на лицо мазать самые дорогие маски, самые уникальные, не знаю что, на свое лицо, на кожу. Самое главное, что вы кушаете, что вы едите, это несомненно отражается на вашей коже. Стресс тоже, конечно, и другие факторы, но еда имеет очень важное значение. Так что про еду тоже проговорим, как-нибудь расскажу, что я ем, что я пью, и продвинемся вперед. Всем огромное спасибо, что посмотрели. Не знаю, как вам этот формат понравился. Если хотите, продолжим. Если не хотите, не стесняйтесь, напишите. Сразу же закроем формат и забудем. Подписывайтесь, не стесняйтесь. Увидимся. И поцелуем. Довольно.